Всем привет, с вами Иван, YouTube-канал Техтула. Сейчас идет октябрь, а это значит, что настала пора выставок, моей любимой выставки Roosevelt, которая проходит в Москва-Сити, в центре Москвы, экспоцентр московский «Красная Пресня». Проходить она будет следующей неделе с понедельника по четверг, то есть 23, 24, 25 и 26 число. Первое, почему стоит посетить выставку, она совершенно бесплатная. Вы ничего не теряете, вы проходите просто по ссылочке в описании, регистрируетесь на выставку, получаете свой билетик на входе и совершенно бесплатно приходите на выставку. Что на выставке такого интересного? Почему я всем советую посетить выставку? Во-первых, Roosevelt – это наша выставка, она интересная, она хорошая тем, что можно дать посваривать оборудование. То есть сварочный аппарат, вы можете попробовать разные сварочные аппараты. Устройство для лазерной сварки, устройство для лазерной чистки, установки так называемые. И все. То есть можно поюзать руками и понять, нужно оно вам или нет. Много брендов, много интересных брендов, новые бренды заходят сейчас на рынок и так далее. Второе, почему стоит посетить выставку, это если вы не очень свариваете и у вас появляются какие-то вопросы и так далее, на выставке очень много блогеров и достаточно грамотных людей. Часто бывает Евгений Лысенко на выставках, и я смотрю, вокруг него кучкуется народ, по-любому задают вопросы и так далее. На выставке буду я, Алексей Петрухин, известный вам как Welder Legend, Люция, возможно, я очень надеюсь, что Люция приедет, и команда от РВТ. Russian Welding Team, для тех, кто не знает, это люди, за которые у меня гордость, то есть они показывают, насколько русские классно сваривают во всем мире. Кстати, у них будет стенд свой, они будут показывать мастер-классы. Соответственно, можно подойти, поспрашивать, поинтересоваться и что-то подчеркнуть. И это будет совершенно бесплатно. Третий момент, но это лично для моих подписчиков. 23 числа в 13.00, с 13 до 14.00 я буду выступать с открытым микрофоном. Тема «Сварщик в России. Взгляд. Практика». Я чуть-чуть расскажу, и потом вы можете позадавать вопросы, то есть в открытом зале. Не стесняйтесь, ребят, пожалуйста, для тех, кто придет. Вам дадут микрофон, поднимите ручку, вам дадут микрофон, и вы будете задавать вопросы. Это как бы интересно, и я буду отвечать на все вопросы, конечно, кроме каверзных, которые сейчас происходят у нас там в мире, но тема сварки открыта. Следующий момент, почему стоит посетить выставку. Надоело сварка. Не хочу. Помимо выставки, в экспоцентре в этот же момент проходит технофорум. И это интересно. Это металлообрабатывающая промышленность, токарные, фрезерные, листогибы, листорубы, трубогибы и так далее. И все это будет работать, все это будет видно. Это все будет, эстетика глаз. Как сейчас, насколько шагнуло машиностроение, скажем, вверх. То есть весь момент, то что посетить выставку, это было моих подписчиков. Теперь для организации. Зачем? Зачем посещать организацию? Зачастую ты приезжаешь на организацию, а там ребята миллиметровую нержавейку сваривают там полуавтоматами. Зачем? Если есть лазерные источники сварки. Вы приехали со своими задачами, вы можете принести не огромные детали, а какую-то маленькую деталюшку на выставку, подойти к стенду и сказать, вы сможете это сварить? Они такие, да, без проблем, покажите. Они вам показали, или вы сами попробовали, вы можете ускорить свое производство, промышленность и так далее. То есть, соответственно, люди меньше уставать. Также представлены СИЗы новые, средства индивидуальной защиты и так далее. Это интересно и это развивает. Для производств это одно из таких вот ключевых мест, которые стоит посетить. Чтобы долго не затягивать, вы видели между кадрами, что было маленькое видео выставки. Я его честно стырил с YouTube-канала Roosevelt. Я думаю, они не будут ругаться. Это был кратенький обзор и приглашение мое на выставку. С вами был Иван. Всем пока.